Как я провела субботу? Утром мы проспали, но успели на танцы. Повела сына на пробное по брейку. Он был не в восторге. Дальше пошли с дедушкой и сыном в торговый центр. Кариму стабильно картошку, а я люблю вот такие коробочки вок. Выпили кофе. Карим покатался на машинке по торговому центру, поиграл на детской площадке. А я зашла в пару бутиков, увидела свой живот и поняла, что мне ничего не нравится. Потом зашли в новый спортмастер, посмотрели кроссовки и поехали в сторону дома. Дедушка купил своему внуку игрушку и поехали домой.